Полет фантазии, алкоголь и нож в руках. Выпивший пассажир маршрутки Минск-Солигорск устроил переполох по дороге домой, сообщили в милиции. Инцидент произошел в пути на Слуцкой трассе. Один из пассажиров неожиданно встал со своего места и подошел к водителю. Казалось бы, обычная ситуация. Но мужчина достал из кармана нож и навис над шофером. Пугающее действие хулигана заметила женщина, которая позвонила в милицию. Маршрутное такси перехватил экипаж ГАИ. Правоохранителям дебошер пояснил, что сел в машину немного выпившим, а чтобы скоротать время, взял с собой еще бутылочку алкоголя. Когда концентрация спиртного в крови дошла до предела, у мужчины разыгралась фантазия. Пассажир увидел в ухе водителя гарнитуру мобильного телефона и заметил, что тот с кем-то о чем-то разговаривает. Мужчина предположил, что водитель обсуждает со своим сообщником план ограбления всех людей, едущих в маршрутке. Мужчина достал тихонько свой раскладной нож, раскрыл его и направился с ним к водителю. Он хотел приказать тому нигде не останавливаться и двигаться прямиком к милиции. Однако в самый ответственный момент язык пассажира не смог донести этот приказ до водителя. Видимо, сказалось нервное напряжение и 2 промилле алкоголя в крови. Неусидчивым пассажиром оказался 53-летний житель Солигорского района. Его душевный порыв сотрудники милиции не оценили. В отношении возмутителя спокойствия составлен административный протокол. Кроме того, правовую оценку действиям мужчины дадут следователи. К счастью, обошлось без пострадавших.